Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 7 октября 2017 года, и через несколько минут сюда, в этот приятный зал, приедут гости наших молодоженов Андрея и Анны. Как только гости приедут, мы обязательно хотим узнать о них, наши ли это гости, и вообще, с каким настроением они пришли на свадьбу. Итак, первый вопрос, который мы задаем гостям, представьтесь, пожалуйста. А лучше так, как вас называют наши молодожены? Матроскин. Бьонсе. Риана. Волк. Петербургская орхидея, сиропчик. Федор. Глафира. Винни-Пух. Пугачева. Пугачева. Спасибо за ответ. Мой следующий вопрос. Опишите, пожалуйста, невесту. Что вы о ней знаете? Как она выглядит? Чем увлекается? Расскажите. Что значит какая? Наверное, добрая, милосердная. Красивая. Заботливая. Божественная. Красивая. Ну, она очень красивая. Секси. Ну, фамилию слышала, да. И даже внешне помню, как выглядит. Симпатичная. Милая. Наверное. Необычно. Тогда расскажите о женихе. Какой он? К нам приехал из Ливии. Зовут его Карам. Хотя он русский. Учился в Петербурге. Ну, родители так его странно назвали. Солидный, взрослый, умный. Такой прикольный. Ой, большой, накачанный, сильный. Красивый. Красавчик, да. Бесшабашный. Хулиганистый. Скажите, а какие угощения вы бы сегодня хотели увидеть на праздничных столах? Кофе, бутерброды. Кофе? Какая-нибудь картошка? Картошка. Макароны. Тухлую рыбу. Да? Да. Гречку. Сосиски, доширак, майонез, батон. А какой подарок, если, конечно, не секрет, вы сегодня хотите подарить молодоженам на свадьбе? Мне кажется, подарок – это чтобы в жизни было все хорошо. Вот это самый главный подарок. Или, я не знаю, грабли. Ну и, естественно, книгу как садовода. Что, когда сажать, чего. Ты 60. Думаю, что да, 60 или 70. 30 рублей. Больше лучше. Да. Наверное, 60. 40. 40. Салат. Огурцы. Помидоры. Носки и бритву. Васильки. У меня для вас совершенно несерьезный вопрос, хотя важный. Покажите, пожалуйста, изобразите первый танец молодоженов. Какие эмоции вы испытали, когда вас пригласили на свадьбу? А что вы сегодня будете делать на свадьбе? Чем хотите запомниться молодоженам и всем остальным гостям? Расскажите. Напиваться, буянить, дебоширить. Наверное. Надо попробовать себя клонировать. Типа как овечка Долли. Будет две меня. Ну ты даешь. И что ты найти место обитания безопасное. И с едой. Еду. Молиться. Молиться, любить и спать. Закрыться где-нибудь с надежными людьми. Взять припасы, оружие. Грабить магазин. Да. Ребята, это была лучшая свадьба. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Ну и наконец, пожелайте что-нибудь нашим молодоженам. Пожалуйста, им будет очень приятно. Как можно больше нежности, ласки, любви, доверия друг к другу. Пусть вот как они сейчас друг другу чувствуют, пусть так остается. Да, как можно дольше, много-много лет еще. Пусть у них будет прочная, надежная и счастливая, любящая всегда семья.
Я тоже любви, взаимоуважения, чтобы они всегда поддерживали друг друга, шли вместе рука об руку всю свою жизнь, рожали деток, строили свою семью, зарабатывали деньги. Желаю им благополучия и всего-всего наилучшего. И оставаться счастья. Такими же добрыми, да. Светлыми и хорошими людьми, да. Какими... Беречь друг друга и любить родственников друг друга. Друзей. Спасибо. Понимать друг друга. Ценить друг друга. Ну и любить. Ну, любви. Счастья. Долгих детей. Лет совместной жизни. Детей, понятно. Здоровья. Да. И никогда-никогда не ругаться. Но если даже ругаться, то быстро мириться. И чтобы они не забывали про своих родителей. Счастья, любви. Чтобы они жили долго и счастливо. Детишек побольше. Чтобы поменьше ругались и ссорились. И не расставались. И если расстались, командировки там или еще что-то, чтобы ждали друг друга, ждали встречи, чтобы снова встретиться и быть вместе. Любите, испытывайте страсть, умейте слушать и слышать, что говорят ваш самый единственный любимый человек в семье. Ну и размножайтесь. Никогда не держите друг на друга зла. Любите, оберегайте друг друга и улыбайтесь почаще. Все. Первое желание здоровья себе и всем, чтобы не было войны нигде. И третье, я не знаю, ну, чтобы все было хорошо в этой жизни. Андрей, Аня, желаем вам здоровья, взаимопонимания в вашей семье, чтобы у вас родились и росли здоровенькие детки, которые радовали вас, радовали нас. И чтобы ваша любовь только крепчала с годами. Да, мы вас очень любим. Поздравляем! Ура!